Восторженная толпа людей уже беснуется, покоряя сцену, пытаясь забраться на нее, прыгая в толпу. О, откуда эти люди берутся? О, так все-таки кто-то будет на концерте сегодня? Это неожиданное появление. И все. Все-таки эта толпа замкнулась. Но ничего, будем надеяться, что кто-то еще опаздывает и подойдет. Давайте тогда еще раз всем привет. Спасибо большое, что пришли. Можете подходить чуть ближе. Можете подходить поближе, да. Для того, чтобы мы оглушили вас своей искрометной игрой. Создавать массовку. Сегодня у нас будет довольно-таки уютный семейный концерт на 20 где-то человек, я так понял. Квартирник. Я бы назвал клубник его. То есть не клубный концерт, а клубник. Ну окей, давайте начнем. Заладился сразу, как начался. Кошелек иссяк, потрачена заначка вся. Уже торчу всем друзьям без исключения. Кризис мой в одном пробеле до точки кипения. Холодильник пуст, доедет доширак. Намазав хлеб, ничем немного пожевал. Банкомат не желает дать даже аванс. На телефоне отрицательный баланс. Нет денег, нет, нет денег. Нет денег, нет денег в моих карманах. Нет денег, нет, нет денег. Их совсем нет, а не то, чтобы мало. Нет денег, нет, нет денег. Ни рубля. Нет денег в моих карманах. Нет денег, нет, нет денег. Их совсем нет, а не то, чтобы мало. Я не из тех, кто будет молча сидеть на месте. Чтобы достать денег, я предпринял много действий. Загадывал желания, задувая свечи. Молил Бога, стоя на коленях каждый вечер. Играл в лотерею, искал клад. Митинговал, поднимая нужный плакат. Не свистел в доме, клал под елку монеты. Но что бы я ни делал, все было тщетно. Нет денег, нет, нет денег. Нет денег, нет денег в моих карманах. Нет денег, нет, нет денег. Их совсем нет, а не то, чтобы мало. Нет денег, нет, нет денег. Ни рубля. Нет денег в моих карманах. Нет денег, нет, нет денег. Их совсем нет, а не то, чтобы мало. Мало, мало, мало. Мам, мам, дай денег. Мам, я приду в понедельник. Мам, мам, дай денег. Говорит, не дам, гребаный бездельник. Слушайте, ребят, говорят, были проблемы с поиском этого места. Реально, можете поднять руки те, кто еле-еле нашел это заведение и уже чуть не отчаялся и хотел уйти? Нет, только двое. Но этот отчаялся еще до того, как вообще начал искать это заведение и хотел просто не идти. Окей, хорошо. Ладно, значит, следующая песня называется «Велосипед». И вокалистом в этой песне будет наш любимый Димончик. Для того, чтобы начать этот трек, ему нужно... Ну ладно. Окей, давай. Крути педали. Моя жизнь как велосипед. Крути педали, я сказал сам себе. Моя жизнь как чертополос. Вино красивый, но внутри есть подводка. Моя жизнь как велосипед. Крути педали, я сказал сам себе. Моя жизнь как чертополос. Что все просто ты мне, я тебе. Никаких секретов, никаких подводных камней. Ударив по рукам, преданы на века. Но люди склонны быть подобием сорняка. Плевать на рост других растений. Нету цели сделать кому-то хорошо или более-менее. Воды и минералов мало, делиться глупо. Пусть дохнут остальные, нежели я стану трупом. Ничего личного, так было испокон веков. Я тоже принял для себя этот закон легко. Да, это аморально, да, это некрасиво. Но ты бы мог мне за честность сказать спасибо. Не стоит возмущаться, мотай на ус. Плод самой верхней ветки слаще других на вкус. Но пока ты будешь карабкаться за ним, кто-то другой уже проследует путем простым. Пили под корень. Моя жизнь как велосипед. Крути педали, я сказал сам себе. Моя жизнь как чертополос. Раз, ту вверх, пускай.
сущности есть противоположность. День и ночь, реальное и невозможное, безумие, итог, глупости, интеллект, естественный отбор и что человек? Жить по законам джунглей довольно нелогично. В чем-то мы похожи, но ведь есть отличие. Оно находится внутри черепной коробки и позволяет не перегрызать друг другу глотки. Не всегда и далеко не всем, но каждый вправе выбирать, как решать проблемы. Можно лаять и кусаться, достигая цели, а можно оставаться человеком в полной мере. Око за око, зуб за зуб или под стой плечо. Можешь остаться в стороне, будто ни при чем. Только тебе решать, какую в жизни выбрать роль. Я сделал выбор для себя, а ты делай свой. Моя жизнь как велосипед. Крути педали, я сказал сам себе. Моя жизнь как череп попало. Раздумья спускаю, корни пока не зло. Моя жизнь как велосипед. Крути педали, я сказал сам себе. Моя жизнь как череп попало. С виду красивый, но внутри есть подлог. Мне помочь? Я скажу тебе ноты. Это до минор, фа минор, потом до минор, соль минор. Все аккорды очень грустные, поэтому будь внимателен, не ошибись. Ага. Даже Никита врубился с первого раза. Слышит Десистас и Бразерс. Он играет, и такая маза. Это звучит не слабо, это звучит круто. Народу становится больше каждую минуту. Походу люди, проходящие по Невскому проспекту, слышат что-то там в стороне где-то и начинают делать несколько шагов сюда. И вот зал заполняет, дамы и господа. Эти люди уже прямо как на блюде. Я готов сказать, это было лишь прелюдия. Я готов начать, готов покачать. Надеюсь, то, что каждый здесь устроит мне чат. Я задаю вопросы, каждый дает ответ. Я не принимаю тут ответа, но нет. Чтобы было только да, было всегда. Давайте же качать, дамы и господа. Для этого вам понадобится поднять культяпки. Давайте, давайте, мои ребятки, и начинайте делать вперед и назад движение. Да, изнеможение, да в руке жжение, чтобы начинало сводить мышцы. Чтобы было очень тяжело и что, чтобы можно было сказать мне не по душе. Так много качать уже, я уже устал. Итак, зал, я хотел бы еще, чтобы каждый из вас узнал о том, что тем, кто стоит вот там вдалеке, нужно сделать пару шагов поближе ко мне. Эй, парень с планшетом, ты стоишь уже там минут примерно 5. Это нехорошо, это надо изменить. Сделай сюда шаги. Я смотрю внимательно. Итак, видели, блин, как он быстро сообразил, ребята? А вы двое, вам особое. Тут надо сделать приглашение. Пару шагов, парни, это будет очень хорошо. Димон гитарный тут рвет струны, а я рву голос. Вот эти ребята услышали их тормоз. Никто из них не один. Я надеюсь, они будут качать как надо, блин. У чувака футболка стигмата, он будет качать как надо. Итак, итак, ребята, Димон, я видел такую и у тебя. Вы подружитесь, отвечу я. Итак, итак, друзья, готовы ли вы все сказать йоу хип-хопу и ноу попсе? И поднимая свои 5 пальцев наверх руки, качать как надо в этот самый миг. Отлично, я вижу, начинается тусовка. Пускай немного тут народу, но зато все ловко управляются с этими движениями. Я замечаю изменения, блин, в этом зале. С негатива медленно поднимается и до позитива. Это настроение раскачивая зал. Так давайте же отжигать, как я сказал.
Следующий трек очень-очень старый. Он практически как я. Хотя не очень старый, но тем не менее следующий трек практически как я. Он вышел на нашем первом альбоме, если это можно так назвать. Когда я переслушивал это, я подумал, как это можно слушать? Но тем не менее, кому-то это нравится, эта песня называется «Носи очки». Мы называем это «Сельский рэп». Давайте вот так вот, из стороны в сторону все. Эй, эй. Баян тут лишний. У некоторых людей прямо перед глазами есть штука, которую все когда-то надевали. Неважно, из-за минуса нужны или из-за плюса. В сильной оправе или выглядят неискусно. Куча ситуаций, где они незаменимы. Например, неважно, выглядишь, а надо пойти в магазин. Или хочешь не запалить свои зрачки. Рецепт довольно прост, просто носи очки. Их можно рассматривать людей в метро. Стук до головы, причем совсем без полево. Для девчонок это для волос ободок. А если страшный фейс, они прикроют его. Если ты хочешь стать крутым басистом, первая вещь, что тебе может пригодиться, это басуха. Но очки не менее важны, чтобы твои пальцы не путали лады. У кого-то на носу сессия, у кого-то очки. Носят мажоры, вахтеры, ботаники. Попасные чиксы на танцполах модных клубов, а остальные им завидуют тупо. У кого-то на носу сессия, у кого-то очки. Носят мажоры, вахтеры, ботаники. Попасные чиксы на танцполах модных клубов, а остальные им просто завидуют тупо. Просто тупо, да, тупо. Есть личности, которые стесняются носить очки. Находят для этого какие-то отмазочки. Они хрупкие, денег стоят дофига. Вечно ломаются, теряются всегда. И вообще линзы куда удобнее, куда красивее. Плюсы над очками у них ощутимые. Да и за глаза не назовут очкариком. А на оправе не будет паленой надписи Армани. Но если ты крутой рэпер и смотришь MTV, что очки носит Тимати. А если тебе детективы по душе, то присмотрись. У Эркюля Пуаро пенсне, заходя в автобус, посмотри на водителя. Без очков он дорогу не увидел бы, бабуля не смогла бы получить свою пенсию. В общем, все поняли, о чем это пенсия. У кого-то на носу сессия, у кого-то очки. Носят мажоры, вахтеры, ботаники. Опасные чиксы на танцполах модных клубов, а остальные им завидуют тупо. У кого-то на носу сессия, у кого-то очки. Носят мажоры, вахтеры, ботаники. Опасные чиксы на танцполах модных клубов, а остальные им просто завидуют тупо. Теперь все! Потрясающее соло от бас-гитариста, давай! Сейчас он вам покажет. Не, забей. Я другое имел в виду. Давай дальше. Короче, следующий трек. Иногда я задумываюсь о том, что он просто начинает эти слова лезть мне в голову. Я лежу на своей кровати. Первый час, второй, третий. И эти строчки просто начинают появляться во мне. И я вам больше того скажу, они меня бесят. С каждой новой минуты они бесят меня все сильнее. Какие-то мысли в голову лезут. Следующая песня называется «Не уснуть». Голову лезу, мне не уснуть. И пытаться бесполезно, мне не уснуть. Таблетки никак не возьмут, мне не уснуть. Не, мне просто не заснуть, мне не уснуть. Мысли в голову лезут, мне не уснуть. И пытаться бесполезно, мне не уснуть. Таблетки никак не возьмут, мне не уснуть. Не, мне просто не заснуть. Битый час лежу, не смыкая глаз. В голове проносятся сотни разных фраз. Задумаюсь то о проблемах, то о задачах, то о вещах, которые ничего не значат. Вспомнил школу, о том, кем мечтал стать. Понял, что вчера забыл зайти на почтамт.
Повернулся на один бок, на другой. Скинул одеяло, укрылся с головой. Пошел на кухню, налил себе кружку чая. Вместо сахара добавил кофе случайно. Отрезал колбасы, взглянул на часы. Затем услышал, как у соседей плачет сын. Глаза привыкли к свету, даже не щурясь. Заметил, что сижу, как всегда, сутулясь. Включил телевизор, пролистал пару каналов. Везде либо реклама, либо сериал, либо Сениус. Мысли в голову лезут, Сениус. Тебя и пытаться бесполезно, мне не уснуть. Таблетки никак не возьмут, мне не уснуть. Не, мне просто не заснуть, мне не уснуть. Мысли в голову лезут, мне не уснуть. И пытаться бесполезно, мне не уснуть. Таблетки никак не возьмут, мне не уснуть. Не, мне просто не заснуть. Посмотрел в окно, вышел на балкон, прокрутил в голове сегодняшний день целиком. Задумался о том, что буду делать завтра. Достал телефон, оставил на зарядку, включил какой-то слайд. Задумался, что будет через сотню лет. Начал считать овец, досчитал до ста. И пару раз так эта херня достала. Услышал где-то за окном звук сигнализации. Кто-то машину соседу зацепил. Задумался, как бы хотел оказаться вмиг где-нибудь вдали от цивилизации. Встал, достал вместо одеяла плед. Включил яркий свет, практически ослеп. Задумался, какой от себя оставлю след. Сел за стол и написал этот куплет. Мне не уснуть, мысли в голову лезут. Мне не уснуть, и пытаться бесполезно. Мне не уснуть. Таблетки никак не возьмут, мне не уснуть, мне просто не заснуть, мне не уснуть. Мысли в голову лезут, и пытаться бесполезно, мне не уснуть. Таблетки никак не возьмут, мне не уснуть, мне просто не заснуть, просто не заснуть. Любим писать жизненные тексты. Единственный человек, кроме меня, который принимает создание в написании текстов, это Димон, поэтому он заслуживает отдельных аплодисментов. Потому что именно он, когда я ему рассказал эту идею, в отличие от Никитоса, который сказал: «О, прикольно», именно Димон сказал: «Да, давай, давай, займемся, давай попытаемся сделать этот текст». Мы очень долго его переписывали, потому что, когда ты рассказываешь какую-то историю в тексте, это всегда кажется как-то тупо. Ну, у нас получилось, конечно, тупо, но не настолько, как могло. Следующий трек, мало того, что мы все-таки это сделали, так мы еще и сняли на него клип, который вот-вот скоро выйдет. И это был не тот клип, который вы видели до этого, когда мы там в капустном поле что-то поиграли или там около кровати побегали в течение какого-то времени. Здесь все было серьезнее, у нас был настоящий режиссер, и эта песня называется «На остановке». Кругом много людей, стоят неподвижно, отбрасывая тень. Смотрят куда-то влево, чего-то ждут минимум 5 минут. Никак не уйдут, идет обычный день. Кругом много людей, стоят неподвижно, отбрасывая тень. Смотрят куда-то влево, чего-то ждут минимум 5 минут. И я тоже тут минимум 5 минут. Я уже на остановке, чувствую себя неловко. Переминаюсь робко, шаги на ногу, перебарывая скуку. Стрелки на часах нехотя идут по кругу. Мимо едут машины, мигают светофоры. Слышны разговоры о чем-то бестолковом. Рядом стоит парень, держит в руке букет. Смотрю по сторонам, автобуса все нет. Кругом люди с недовольными гримасами, всем своим видом демонстрируют, что шансов нет на спасение от падения в бездну. Все плохо, и мечтать о чем-то бесполезно. На горизонте безликие образы, отдаленно напоминают мне автобусы. Но стоит им приблизиться хотя бы на шаг, как становится ясно, что это не так. Идет обычный день, кругом много людей, стоят неподвижно, отбрасывая тень. Смотрят куда-то влево,
чего-то жду, минимум 5 минут, никак не уйду. Идет обычный день, кругом много людей, стоят неподвижно, отбрасывают их, смотрят куда-то влево, чего-то ждут, минимум 5 минут, и я тоже тут, смотрю вдаль, как капитан корабля, в кармане только прайс, но чуть больше рубля, автобус мог бы уже доехать из депо, хватит напрасно ждать, нужно идти пешком, иду вперед, оглядываюсь многократно, вдали виднеется автобус, ругаясь матом, иду назад на остановке, довольны все, подъезжаю, не тот номер на автобусе. Я ненавижу мир, он так жесток. Медным тазом накрылось мое торжество. Чтоб описать всю злость, не найти мне даже слов. Это не черная магия и не волшебство. Не тот день, да, и дата не та. Ждать подгона от небес не надо мне там. Судя по всему, сегодня не по пути нам. Иду пешком, автобус проносится мимо. Идет обычный день, кругом много людей. Стоят неподвижно, отбрасывая тень. Смотрят куда-то влево, чего-то ждут, минимум 5 минут, никак не уйдут. Идет обычный день, кругом много людей, неподвижно отбрасывая тень. Смотрят куда-то влево, ждут, минимум 5 минут, и я... Катя, ты можешь сделать, пожалуйста, баян чуть-чуть погромче, потому что я только в конце песни понял, что я играю не те аккорды, которые здесь написаны. Окей, для следующего трека понадобится помощь каждого из тех, кто находится в этом зале. Точнее, не помощь, а участие. Это пиратская песня. Да. И пока вы еще все не вспотели как следует, вам всем нужно взяться вот так вот друг за друга и устроить настоящую качку, как на корабле. Давайте, друзья, давайте объединяйтесь, знакомимся, Катя, с человеком справа, слева. Устраиваем настоящий кач, йо-хо-хо и бутылка рома. Меня стало очень много. Димы стало очень много. Прекрати ей спарить. Окей. Так, а кто-нибудь знает слова? Тут очень сложные слова. Ты можешь примерно напеть, как это должно звучать? Как должно звучать? Да. Просто акапельно. Давайте поаплодируем сейчас. Дима ходит на вокал уже полгода. Сейчас он Три месяца. Три месяца? Три месяца я преувеличиваю, потому что он добился небывалых успехов. Давай, парень. Получай удовольствие, не парься. Ты что, давай. Ты меня перехвалил. Давайте все вместе все вместе отрепетируем. Ты можешь, ну, как бы отрепетировать в стороне, потом подойти и спеть, если хочешь, нет? Нет, я готов. То есть ты готов сразу, да? Я готов сразу. Как бухой чувак, который просто выходит. Давайте сюда, караоке, я все, я готов. Я пою очень хорошо. Давай, Димочек. Ла-ла-ла-ла-ла. Все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, все, все. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, это звучит неплохо. Вы готовы, да, судя по всему? Ну что, давай начнем. Ветер в лицо, бесконечно палящий зной. Путь впереди точно такой же, как за спиной. Мои друзья, попутный ветер и компас готовы поддержать, когда сил истек запас. День сотни кораблей отправились ко дну, не сумев выдержать очередную волну. А те, кто на плаву мечтают, не свернут с пути на те берег мечты, среди утесов и камней, без рома и еды, когда трюмы пусты, и путь домой уже не кажется таким простым. Не видно за стеной тумана, что впереди. Я все равно напеваю один мотив. Во-о-о, над мачтой будет поднят флаг. Во-о-о, во-о-о, не важно, штиль или шторм. Во-о-о, во-о-о, будет идти мой приказ. Во-о-о, во-о-о, только вперед, заметь, что я брал на абордаж
сотни невинных шхун бросал за борт корабля, учинявших бунт, кричал орудие к бою лево руля. Шансы спастись были порою ниже нуля. Морской дьявол и фортуна — два разных края, одной прямой, по которой я в петле. Встреча со мной не из числа благих новостей. Череп и пара костей — символ незваных гостей. Вперед к заветной цели за горизонт, на полной скорости сквозь миллионы волн. А если вдруг сундук сокровищ там не найти, я все равно богат, ведь у меня есть мотив. Воу-воу-воу, над мачтой будет поднят флаг. Воу-воу-воу, не важно стиль или шторм. Воу-воу-воу, будет идти мой приказ. Воу-воу-воу, только вперед за мечтой. Уважаемые пираты, пусть нас и немного, но ветер все равно всегда и везде будет дуть нам в парус. И я верю в то, что мы найдем свой остров сокровищ. Шхуну в бухту всем, кто не верит нам, и крюк в задницу всем остальным. Йо-хо-хо, и бутылка, мать его, рома, эй! Воу, воу, над мачтой будет поднят флаг. Воу, воу, не важно стиль или шторм. Воу, воу, будет идти мой приказ. Воу, воу, только вперед за мечтой. People how it, друзья. People всегда и все how it. Вас наверняка не раз вникал поиск ответа на вопрос, но секрет никак не мог отыскать. Как же музыканты пишут свои хиты, и в чем таланты? Каста говорили о принципе чисел, поставив формулу, получаешь смысл, но все же не раскрывали секрет. Однако пришла пора открыть тайну, покрытую мраком. Итак, нам понадобится несколько грамм тематики. Можно было бы взять за основу романтику, но лучше любовную историю с грустным концом. Такая песня станет хитом. Потом возьмем немного эмоций, пара тяжелых вздохов, идеальная пропорция. Все это нужно тщательно перемешать, не спеша. Поздравляю, сделаем первый шаг. Давай, ну чем ты хуже других? Ты уже узнал все, что должен знать. Возьми и напиши свой собственный хит. Сколько можно ждать, сколько можно ждать? Давай, ну чем ты хуже других? Ты уже узнал все, что должен знать. Возьми и напиши свой собственный хит. Сколько можно ждать, сколько можно ждать? Качаем активнее! Hey, hey. Итак, тебе известны ингредиенты, но запомни, нельзя бояться экспериментов. К имеющейся смеси добавь соли по вкусу, то, что сыплет на раны. Большим плюсом будет несколько слов о том, как тебе тяжело. Пара сопливых фраз, чтоб задело за живое. Щепотку суицида в двух словах, чтобы трек поднялся в хит-парадах, словно на дрожжах. Еле дыша, скажи про воспоминания, добавь несколько слов о своих страданиях. Сравни сердце со льдом, расколотым на части. Скажи, никогда не будешь счастлив. Если этого мало, добавь горьких слез. Сравни ваши чувства с парой далеких звезд. Осталось добавить модную аранжировку. И все, блюдо пора вынимать из духовки. Давай, но чем ты хуже других? Ты уже узнал все, что должен знать. Возьми и напиши свой собственный хит. Сколько можно ждать, сколько можно ждать? Давай, но чем ты хуже других? Ты уже узнал все, что должен знать. Возьми и напиши свой собственный хит. Сколько можно ждать, сколько можно ждать? Как и у хорошего хита,
В нашем треке есть немножечко дабстепчика. Пусть совесть тебя оставит в покое. Людям нравится примитивное и тупое. Забей на мысли, у меня так делать права нет. Похуй, что это кау, главное people have it. Давай, ну чем ты хуже других? Ты уже узнал все, что должен знать. Возьми и напиши свой собственный хит. Сколько можно ждать, сколько можно ждать. Давай, ну чем ты хуже других? Ты уже узнал все, что должен знать. Возьми и напиши свой собственный хит. Сколько можно ждать, сколько можно ждать? Здесь становится действительно жарко. Да. Итак, друзья, давайте так. Как вообще настроение-то у вас? Ну-ка, дайте шуму. То есть, походу, этим ребятам нравится то, что здесь происходит, да? Для любого человека важно, где бы он ни находился, чувствовать себя свободным. Именно этой хитрой и суперумной подводкой я обозначаю следующий трек. Итак, кто-нибудь уже догадался, что это за песня? Оу! Нет у нас такой песни, чел. Все! Yeah. Представь на секунду, а что если завтра утром все, что есть сейчас, станет лишь воспоминанием мутным, вокруг изменится все. Не как прежде, люди будут ходить с одними лицами в одной одежде. Свобода выбора действий сойдет на нет, за каждым твоим шагом проследит специальный человек. Ты будешь точно знать, что можно, что нельзя. Что будет твориться внутри тебя, когда вокруг все без эмоций, словно роботы, в поисках родных по духу снова и снова ты заглядываешь в глаза, но усилия тщетны, каждая попытка остается безответной. Глупые изречения окружающих людей войдут для тебя в привычный порядок вещей. Как думаешь, можешь ли ты тогда произнести про себя следующие слова? Моя свобода вне рамок и законов, моя мысль вне запретов и канонов, мои мечты вне тщеславия и корысти, никому не заставить меня иначе мысли. Моя свобода вне рамок и законов, моя мысль вне запретов и канонов, мои мечты вне тщеславия и корысти, никому не заставить меня иначе мысли. Что это? Свобода, возможность выбора. Всегда ли лучший выбор? Это лучшая выгода. А если варианты тебе навязаны, выходит, свободны лишь те, кто делать выбор не обязаны. В таком случае людей вольных нету, и лишь одни только рабы заселяют планету. А что если ты физически скован, твой дух может остаться свободным? Или же, не дай бог, власть в твоих руках, то как свободу других не поколебав воспользоваться ей? Жаль, но до сих пор ответа на этот вопрос никто не нашел. Я заключен в обязанности оковы, я должен соблюдать принятые законы. Моя жизнь сложно назвать беззаботной, но вопреки всему я чувствую себя свободным. Моя свобода вне рамок и законов, моя мысль вне запретов и канонов, моя жизнь вне тщеславия и корысти, никому не заставить меня иначе мыслить. Моя свобода вне рамок и законов, моя мысль вне запретов и канонов, моя мечты вне тщеславия и корысти, никому не заставить меня иначе мыслить.
Окей. Находящиеся на сцене люди неожиданно, ну а именно Никита. Почему я так говорю таким хитрым языком? Никита подбегает и говорит: «О, я вижу там одного своего знакомого». Просто у человека сейчас только что произошло, видимо, прозрение во время этой песни. Здесь есть Бодров? Да. Окей. Ладно. У нас есть очень странный друг, не обращайте внимания, он... Лень объяснять, короче, забейте, это вот долгая реальная история. Он очень странный. После того, как он сходил в армию, вообще, короче, поехал парень. То есть там все долго. Ну, а в армию он почему пошел? Потому что он гражданин. У него есть права и обязанности. И следующая наша песня посвящается именно ему. Гражданину. Мне кажется, под это маршировать легко. Он гражданин, социальная единица, со смыслом жизни еще не определился. Живет в 21 веке, в эпоху прогресса, смотрит телевизор, читает прессу, старается не привлекать к себе внимания, любит мечтать, ничего не предпринимая. По социальной лестнице не движется вверх, ходит на выборы, голосует против всех, работает по графику 5 через 2, каждый вечер проводит в компании компа. По утрам в час пик толкается в метро, он бесполезен, ха, ему все равно. Гражданин такой же, как и все, не думает ни о чем. Его стремления практически на нуле, ему пофигу, кто он, зачем тут и что потом. А если вдруг бы так случилось, что он исчез, вряд ли кто-то бы испытывал сожаление. Он не представляет никакого интереса ни для нынешнего, ни для будущего поколения. Гражданин в механизме не запрограммирован самостоятельно мыслить, выполняя перечень самых важных функций. Год за годом живет, будто по инструкции. Каждый его день набор бесполезных действий. Цели сформировались под чужим воздействием. Часто рассуждает о судьбе тяжелой, порой решает начать жить по новой. Однако же, если появляется возможность воплотить в жизнь свою амбициозность, его тут же охватывают сомнения, а стоит ли стремиться к этим изменениям. А если он услышит эту композицию, сподвигнет ли она пробудиться его? Увы, но он не будет менять ничего, ведь так и не поймет, что речь про него. Гражданин такой же, как и все, не думает ни о чем. Его стремления практически на нуле, ему пофигу, кто он, зачем тут и что потом. А если вдруг бы так случилось, что он исчез, вряд ли кто-то бы испытывал сожаление. Он не представляет никакого интереса ни для нынешнего, ни для будущего поколения. Мне во время этой песни на секунду показалось, что голос так сильно гуляет эхом, что ну как будто бы диктатор какой-то затирает. Особенно там какой-то текст был во втором куплете. А если он услышит эту композицию? И прям такой думаю, что я делаю? Поменьше эхо. Окей. Друзья, захотелось провести небольшой селекционный опрос. Расскажите, пожалуйста, поднимите руки те, кто уже был на нашем концерте. Ага, хорошо, окей, я вас понял, опустите руки, все хорошо, нормально, ребят. Кто первый раз пришел сегодня на Невзотек? Ну, примерно половина, да, я понял, окей, понятно. А куда делись все те люди, которые были... А почему те, кто второй раз, вы пришли? Пошумите, если вам понравилось в тот раз. Мне кажется, шумят еще те, кто первый раз пришел, потому что, ну, типа, ладно, давайте пошумим, пускай парни сильно не думают. Окей, а почему, интересно, не пришли те, кто пришел первый раз сегодня? Ну, я так понимаю, вы сегодня просто начали новую жизнь, да, вы теперь более серьезно относитесь к этому вопросу. Тогда следующий трек мы посвящаем именно тем, кто пришел сегодня впервые на наш концерт. И как несложно догадаться, особенно тем, кто пришел второй раз, я буду так замудрять предложение. Песня следующая называется «Новая жизнь». А, я не успел вступить, я затупил. Давай еще разок.
Уже давно спор для меня лишь слово из пяти букв. И давненько нет нужды его произнести вслух. Раньше все было по-другому, конечно. Когда бег за автобусом не являлся утренней пробежкой. Оценка по физре не падала ниже пяти. Не находилось повода врача посетить. А сейчас любой изъян, что тогда гнал бы кнутом. Я решаю справить себе когда-нибудь потом. Слова спортивные, интересы, победный азарт в одном предложении. Со мной нельзя увязать. И с тех пор, как я окончил школу, я участвовал в турнирах только по литерболу. За ум взяться мне пора уже, ведь несмотря на то, что мой возраст не только в душе, чувствую себя как старик, не хватает только друзей, а морщина так не отличит. Уже который год я обещаю себе что-то изменить в своей судьбе. Мол, теперь я точно решил, организм держись, завтра я начну новую жизнь, ага. Который год я обещаю себе что-то изменить в своей судьбе. Мол, теперь я точно решил, организм держись, завтра я начну новую жизнь. Наконец настал тот самый день X. Но почему-то мечта, светившая как феникс, со звонком будильника как-то померкла. Стою с просони, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что можно начать и завтра. А сегодня выступлю напоследок перед стартом. Больше не будет самому себе лжи, потому что завтра я начну новую жизнь. Уже который год я обещаю себе что-то изменить в своей судьбе. Мол, теперь я решил, организм держись, завтра я начну новую жизнь, ага. Уже который год я обещаю себе что-то изменить в своей судьбе. Мол, теперь я решил, организм держись, завтра я начну новую жизнь. Находится куча причин, чтобы отложить новую жизнь еще на один день позже. Мне кажется, что быть может, стоит оставить эту затею. Ведь в то же время в моей жизни достаточно спорта. Футбол по телевизору, в метро кроссворды. И все равно, как жизнь свою не меняя, она настолько вредна, что от нее умирают. Ладно, хватит всех этих сказок, надоело. Пора уже, наконец, приступить к делу. Так что мой организм ждет сюрприз, потому что завтра я начну новую жизнь. Уже который год я обещаю себе что-то изменить в своей судьбе. Мол, теперь я решил, организм держись, завтра я начну новую жизнь, ага. Уже который год я обещаю себе что-то изменить в своей судьбе. Мол, теперь я решил, организм держись, завтра я начну новую жизнь, эй! Походу, я ноты где-то там в конце забыл. Я так и не понял, как это произошло. Может быть, потому что сейчас мы сыграем песню, которая называется «Забываем». А может быть и нет. Я не помню, честно. Yeah, yeah. Yeah. А что же, вступать надо было? Окей. Я забыл, когда вступать, пофиг. В общем, всем привет, для этой песни был придуман интересный сюжет. Но я забыл, куда положил листок, так что просто факты в нашей группе. Все забывают постоянно. Как ни странно, помню несколько примеров. Мы забыли, чем отличаются куплеты от припевов. Рэп от рока, в каком мы играем в стиле. А много мата в песнях от того, что мы забыли. Какие слова форматы, какие говорить нельзя. Гитарист вечно забывает, какая у него партия. Диджей не помнит скретчи, никто вспомнить не может. У нас вообще диджей был или нет? И я тоже забываю текст. Поэтому приходится фристайлить. Барабанщик вечно про репетиции забывает. Так он еще и денег на мобилу кинуть не желает. Я забыл, что мы решили выгнать его или оставить. Я забыл! Кстати, что я забыл? Точно помню, что ничего не помню. В голове сотни несвязанных картин, и я не в силах составить их воедино.
я забыл. Да что я забыл? Точно помню, что ничего не помню. В голове сотни не связанных картин, и я не в силах составить их. Я забыл. Я так и забыл. А мы уже исполняли припев. Тут кто-нибудь в курсе? Окей, сейчас исправим это недоразумение. Уважаемые слушатели, я прошу у вас прощения. Я забыл. Да что, что я забыл? Точно помню, что ничего не помню. В голове сотни не связанных картин, и я не в силах составить их воедино. Я забыл, что я забыл. Точно помню, что ничего не помню. В голове сотни не связанных картин, и я не в силах составить их. Никто не помнит, сколько у нас альбомов, поэтому мы вечно сочиняем песни новые. Тут еще на днях забыли гитару в метро, потом депо, искать ее было нелегко. Играли на улице, заставили деньги в коробке, но зато не забыли побывать в ментовке. Я забыл, какие дальше слова. Нет, никто не помнит нихера. Я забыл! Да что, что я забыл? Точно помню, что ничего не помню. В голове сотни не связанных картин, и я не в силах составить их воедино. Я забыл, что я забыл. Точно помню, что ничего не помню. В голове сотни не связанных картин, и я не в силах составить их. Я забыл. Вы знаете, в моей жизни есть проблема. Это не такая стандартная проблема, которую ты можешь прийти к врачу и сказать, понимаете, у меня тут случилась как бы такая проблема. Нет, это проблема, которую нельзя изменить. Это очень серьезная вещь. Я даже не знаю, как вам об этом рассказать. Но я попытаюсь. А? Я расскажу. Ты расскажешь? Не, ну они так не поймут, чувак. Их тут слишком мало, чтобы они сразу это... Рэми Росси кому-нибудь о чем-нибудь говорит тут вообще в этом зале? Нет, да, никто не понял. Тогда я объясню более подробным языком. У меня такая проблема. Когда появляется какой-то человек, например, вот с такой штукой, или с фотоаппаратом, или с видеокамерой, которая умеет делать фотоснимки, то меня это очень сильно пугает, потому что я очень нефотогеничный человек. Понимаете, это настолько большая проблема для меня, что... Ну, я объясню. Вроде бы, да, фоткаешься так, а потом оказывается... Как-нибудь так. Но это не важно. Мы написали про эту песню, и проблема ушла. Да не, шучу, конечно, нет, но песню мы написали, да. Окей, гимн фотогеничных людей или мои фото? С детства я будто ссорюсь с фотоаппаратом, вечно портил семейные снимки, поэтому спрятать меня старались крайний ряд или за кого-то, дабы своим лицом не портил столь важные фото. Шли годы, заполнялись фотоальбомы, там были братья, сестры, родители, знакомые. На снимках были все, кроме моей персоны. Отсутствовать в кадре стало негласным законом. Обидно так, ведь в жизни выгляжу неплохо, и многие не знают симптомы моего подвоха. Фразу фото на память ненавижу рьяно. Я не фотогеничен, повторяю неустанно. Странно, ведь видео со мной совсем не так ужасно, но стоит нажать на паузу, всех пугает гримаса. Говорят, во всем можно найти плюсы, но какие тут плюсы, я, к сожалению, не в курсе. Мои фото не для обложек журнала, мои фото далеки до идеала, мои фото на троечку из десяти, я не из тех, кто хочет попасть в объектив. Мои фото не для обложек журнала, мои фото далеки до идеала, мои фото
где-то на троечку из десяти. Я не из тех, кто хочет попасть в объектив. Казалось бы, что проблема невелика. Можно фоткаться издалека или избегать подобных ситуаций. А лучше постараться оказаться тем, кого называют папарацци. Но есть проблемы в жизни, когда как ни крути, твое лицо обречено попасть в объектив. Вот тогда паспорт пропал, военный билет. Станут лимон позора до конца твоих лет. Плохие снимки в документах, это всем знакомо. Будь не похожим на себя, там почти законно. Но сложно доказать на кассе продавцам, что паспорт вклеен на фото твоего лица. Было бы круто придумать модель объектива, чтоб все персонажи смотрелись в кадре красиво. А пока такой примочки нету в продаже, я постараюсь быть так снимков как можно дальше. Мои фото не для обложек журналов, мои фото далеки до идеала. Мои фото на троечку из десяти, я не из тех, кто хочет попасть в объектив. Журналов, мои фото далеки до идеала. Мои фото на троечку из десяти, я не из тех, кто хочет попасть в объектив. Я никогда не звал подруг домой смотреть фотки. На аватарке стоит снимок размытый, нечеткий. Мой лучший ракурс со стороны затылка. Со мною нет ни одного нормального снимка. Да-да-да. Следующий трек является вальсом. Парни могут приглашать дам на танец. Хотя тут намного меньше дам, чем парней. Поэтому парни могут приглашать парней. Тем более сейчас это вообще в тренде. Давайте, ребят, как бы не парьтесь. Если что, я отвернусь просто. Окей, следующая песня называется «Я белый». Я белый, моя жизнь тяжела, другим не желаю жить так, поживать, как я. Это терпеть нету сил, жду летом зиму, нету сил никогда. На жаре нашаришь о том, как плохо в этой кожуре. Не достаю до кольца, мой конец, полых конца. Фраза WhatsApp мне не к лицу, как билеты на концерт мертвецу. Не толкаю край, хуже читаю рэп. Не ношу пистолет, не живу на пособие, как паразит. Не подам в суд за расизм, не обносил магазин. Эй, нигер, не произносил. Я белый, как молоко, мне жить так нелегко. Где же взять миллион, чтобы стать черным? Я белый, как молоко, мне жить так нелегко. Где же взять миллион, чтобы стать черным? Быть белым человеком очень тяжело. Твой каждый день сопровождается кучей проблем. Я белый, не играю в блюз, копов не боюсь, идти на работу ленюсь. В гетто не рос, не накачан торс, голова без кучерявых волос. Не знаю в НБА амплуа ни у одного игрока. Крок не мотал, школу не бросал, ночью меня видно без света. Парни ждал победы Барак Обамы. Нет у меня бас-гитары, краснеет часто после загара. В боксе слабее на пару ударов. Не могу сказать нигеру, брат, тачку прокачивать не хотят. В принципе, победа мне не под силу, это невыносимо. Я белый, как молоко, мне жить так нелегко. Где же взять миллион, чтобы стать черным? Я белый, как молоко, мне жить так нелегко. Где же взять миллион, чтобы стать черным? Подумали мы и решили, что для того, чтобы выразить эту проблему, слов слишком мало. Поэтому мы решили написать самый настоящий, грустный белый мотив, который возьмет за душу всех. От светло-белого до темно-белого, от светло-черного до темно-черного, из желтых и голубых всех. Эту песню мы хотим посвятить всем белым людям и их проблемам. И звучит она примерно так. Thank you.
Самое сложное для белых людей — это читать рэп. Но мы знаем, как можно сделать рэп по-настоящему, по-белому. Я белый, да, белый, как молоко. Мне жить так нелегко. Мне жить взять миллион, чтобы стать черным. Я белый, да, белый, как молоко. Мне жить так нелегко. Где же взять миллион, чтобы стать черным? Спасибо огромное, дорогие друзья. На этом все. Группа «Невзотяг» прощается с вами. Наш поезд отправляется на следующую остановку. Следующий концерт будет, не знаю когда. Было нет денег. Вы опоздали, парни. Все, сори. Ну давайте устроим тогда голосование, раз у нас тут референдум, я так понял. Люди сами избирают власть и все остальное. Давайте выберем песню, которую мы сыграем. Мы можем предложить вам «Нет денег», «Велосипед» или «Пиратскую». «Велосипед», «Нет денег» и «Пиратскую», пожалуйста. И побыстрее мне, чтобы без паузы. Ты играешь «Велосипед», и «Нет денег», я «Пиратскую». Я вижу, как эти парни забодрились, но ничего не получится. Это разные песни, у них разные аккорды, они вообще не сойдутся, как бы. И разные темпы. Короче, все, давайте. Последнее голосование. Я сейчас очень внимательно слушаю. Каждый кричит песню, которую... Стоп. Ты рано. Фальстарт. Итак, 3, 4. Ну, мне кажется, «Велосипед» все хотят. Я придумал. Ладно, я буду издеваться уже, раз уже такое дело пошло. Давайте пошумим те, кто хотят «Нет денег». 2 человека, окей. Все играем! Давай! Окей, те, кто хотят «Велосипед». И те, кто хотят «Пиратский». «Велосипед», да, победил сегодня? Окей, тогда крути педали! Йоу, крути педали! Эй, крути педали, я сказал сам себе! Наступи, отпускаю корни, пока не сдох! Крути педали, я сказал сам себе! С виду красивый, но внутри есть подвох. Ты думал, что все просто, ты мне, я тебе. Никаких секретов, никаких подводных камней. Ударив по рукам, преданы на века. Но люди склонны быть под убием сорняка. Плевать на рост других растений. Нету цели сделать кому-то хорошо или более-менее. Воды и минералов мало, делиться глупо. Пусть дохнут остальные, нежели я стану трупом. Ничего личного, так было испокон веков. Я тоже принял для себя этот закон легко. Это аморально, это некрасиво. Но я бы мог бы за честность сказать спасибо. Не стоит облучаться. Мотай на ус, плод самой верхней ветки, смочи других на вкус. Но пока ты будешь карабкаться за ним, кто-то другой уже проследует путем простым. Пили под корень. Моя жизнь как велосипед. Крути педали, я сказал сам себе. Моя жизнь как чернополос. Расту вверх, пускаю корни, пока не сдох. Моя жизнь как велосипед. Крути
видали, я сказал сам себе, а моя жизнь как чертополу. С виду красивый, но внутри есть подвох, я. У каждой сущности есть противоположность. День и ночь, реальное и невозможное. Безумие и толк, глупость и интеллект. Естественный отбор и что человек. Жить по законам джунглей довольно нелогично. В чем-то мы похожи, но ведь есть отличие. Оно находится внутри черепной коробки и позволяет не перегрызать друг другу глотки. Не всегда и далеко не всем, но каждый вправе выбирать, как решать проблемы. Можно лаять и кусаться, достигая цели, а можно оставаться человеком в полной мере. Око за око, зуб за зуб, или подставь плечо. Можешь остаться в стороне, будто ни при чем. Только тебе решать, какую в жизни выбрать роль. Я сделал выбор для себя, а ты делай свой. Крути педали, я сказал сам себе. Расту вверх, пускаю корни, пока не зло. Крути педали, я сказал сам себе. С виду красивый, но внутри есть подвох. Еще раз огромное спасибо всем, кто пришел сегодня, друзья. Вы знаете, у концертов, на которых не так много народу, есть свое преимущество. То есть ты как будто бы поешь индивидуально для каждого. То есть я успел на каждого посмотреть, на тех, кто там ничего не делал, стоял в стороне, на тех, кто активно бодрился, на тех, кто делал какие-то хип-хоперские танцы, которых я никогда ранее не видел. Но тем не менее, спасибо всем, кто шумел, всем, кто подпевал. Спасибо всем, кто пришли, и пока. Всем спасибо, пока.